Наука явно молодеет. В Федеральном научном центре кормопроизводства и агроэкологии имени Вильямса на научно-практической конференции свои исследования представили школьники и даже воспитанники детских садов. С результатами научных экспериментов и юными исследователями познакомилась наша съемочная группа. В Федеральном научном центре сегодня проходит научно-практическая конференция среди учащихся школ и лицеев Лобни, Долгопрудного и Дмитрова. Здесь мы узнаем, что такое кристаллические рыбки и влияет ли музыка на рост и развитие растений. Пойдемте посмотрим. Юные исследователи из Лобни, Долгопрудного и Дмитрова представили на суд жюри свои научные работы в 5 секциях, в числе которых рациональная природа пользования и агроэкология, генетика и селекция растений, экология. Кто-то подготовил доклад о том, что классическая музыка благоприятно воздействует на рост растений, кто-то поделился опытом выращивания хлопка в различных климатических зонах, а Юлия Житкова из 9-й школы представила свой анализ состава сточных вод. Провела тесты, сделала макет, использовала воду, которую отобрала из лужи, из крана. Провела исследование и доказала, что качество сбрасываемых очищенных сточных вод в реку Клязьму в моем городе Лобня очищается очень хорошо. Как и зачем поют птицы, собравшимся рассказал еще один участник конференции Ваня Костенко. Ребята из команды лесного птичьего обслуживания, которые возглавляет Ваня, записывают и изучают пение птиц, среди которых вьюрки, скворцы и соловьи. Не все птицы, воробьинообразные, умеют хорошо петь, но те, кто не издает красивые звуки, они все равно могут общаться между собой определенным образом. Вороны даже жесты общаются. Работы ребят оценивали сотрудники Федерального научного центра. С приветственным словом к участникам конференции обратились глава городского округа Лобня Евгений Смышляев, председатель Совета депутатов Николай Гречишников и директор Федерального научного центра Владимир Косолапов. Доклады очень интересные, некоторые даже очень необычные. Самое главное, чтобы в наших школах научно-практическая работа развивалась, и я уверен, что при помощи и содействии наших коллег из Федерального научного центра мы сможем эту работу вывести на более высокий уровень. Администрация города ведет масштабную работу в рамках реализации национального проекта «Наука». Она охватывает ряд направлений, включая научно-исследовательскую работу в школах при содействии в НИИ кормов. Конечно, самая главная наша цель, чтобы получить результат. Лично я вот для себя это вижу в том, что пройдут там 5 лет, 7, 10, из тех участников сегодняшней научно-практической конференции, чтобы обязательно кто-то стали учеными в сфере как раз кормопроизводства. Так же, как и номинаций победителей на конференции было несколько. За интересное решение в создании кристаллических рыбок из сахара призовое место заняли учащиеся 5 А-класса школы номер 9 из Лобни. Методика выращивания. Большая кастрюля. 500 мл воды, 700-800 грамм сахара, банки с широким горлом, хлопчатобумажные салфетки, терпение и фантазия. Ребята сегодня пришли не одни. За каждого исследователя переживали их научные руководители, учителя из их родных школ, которым сотрудники Федерального научного центра по итогам заседания также вручили благодарственные письма. Сегодня руководство города и Федерального научного центра ставит перед собой глобальные задачи, одна из которых – вовлечение учащихся школ в научно-практическую деятельность, развитие интереса к науке, чтобы сегодняшние школьники вернулись в эти стены молодыми учеными. Анна Рождественская, Константин Петров, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».